профессиональный фотограф отличается от любителя, он подойдет к этому необычно. Вот это креативность, вот это нужно подумать о фотографии. Вот все фотографы, которые начинающие, они все ошибки, все пройдут. Даже хорошо, что вы их пройдете. Сейчас я в газете работаю, преподаю для детей и молодежи. Репортажная съемка, например, там надо знать все. И время года, какое снимать, там нет у тебя условий. Какая скорость там нужна? Нужно до съемки уже знать, что ты будешь снимать.